Жила-была девочка у мамы. Однажды она осталась одна. И вдруг по радио передают: девочка, девочка, гроб на колесиках выехал с кладбища. Твою улицу ищет. Прячься. Девочка испугалась, не знает, что делать. Мечется по квартире, хочет маме по телефону позвонить, а в телефон говорят: девочка, девочка, гроб на колесиках нашел твою улицу, он твой дом ищет. Девочка пугается страшно, все замки запирает, но из дома не убегает, дрожит. Радио снова передает: девочка, девочка, гроб на колесиках твой дом нашел, в квартиру едет. Когда мама домой пришла, она находит девочку неживой. Только во рту одно колесико какое-то. Девочка, 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 девочка,